Надо вспомнить детство. Ну что, мы уже приехали? Нет, не приехали. А сейчас? Уже почти. Почти было 15 минут назад. Да, я засекал. Shut the f*** up. Вэлл, а ну пристань, ты шлишь к своему костюму королевы. Да ладно, да. Издалека сойдет и так. Уже подъезжаю. Фамилию идущих косплееров вижу. Что? Нет, поворачивай, я не успеваю дожить. Стой! О, приехали. Вылезайте, а я пока машину припаркую. Блин, не успели костюмы дошить. Так и знала, что надо было начинать раньше, а не вчера. Ладно уж. А ты не расстраивайся. О, на. Осталось, когда ели в прошлый раз. Хоть что-то. Спасибо. Ну вот вы и на Ичихару. Пойдемте купим билеты. Сейчас, сигнализатор включу. Ты что, серьезно? О, привет, Лиски, ты тут? Да, вот, на билетах сижу. Классно, мы тут поглазеть пришли. Нам бы 5 билетов. Да, вот, держите. А фест начался уже или нет? Ага, уже около часа идет. Ну, пойдемте тогда внутрь. Стоять, ребятки. А вот еду вам придется оставить здесь. Нет! Не отбирайте у нас еду! Уберите лучше денег! Забирайте. Чё? Извините, правила есть правила. Ну нет! У нас украли призы! Как так? Теперь фестиваль придется прервать. Что же нам делать? О, это работа для нашей команды. Я должна пойти сказать об этом организаторам. Отлично! Теперь я могу поставить себе печать участника. А ты участвуешь? Нет. А зачем ты тогда обманываешь? Ну я так долго шила свой магический костюм, но меня не приняли, потому что ко мне не успел приехать парик. Надо было бы заказать с Авиной почтой. Но я жалкий магл. Но знаете, теперь я даже рада, что этот фестиваль может сорваться. Ой, прихватило. Какая-то она подозрительная. Откуда вы достали печенюшки? Угадайте. О, Господи, это же наш преступник. Неужели привидение украло призы? Как-то это странно. Как-то это страшно. Я тут в Яндексе загуглила, что в этом ДК умер известный актер, который исполнял сложнейшие роли, но так и не получил награду. Вот и мотив. Это Ди Каприо, что ли? Я предлагаю план. Разделиться. Как вы узнали? Так, Дафна и Велма, мы с вами пойдем проверим фойе, а Шейди и Скуби проверят старый темный чердак, на котором давно уже не было людей и свет там не работает. Нет, там-то страшно. А за пачку Скуби печенья? Ну ладно. Почему я идиот? Ну что, приступим к делу? Да, я как раз взяла свою самую лучшую лупу для того, чтобы... О, Фред, там фотоугол, пойдем пофоткаемся. Классненько, пойдем. Ну конечно, опять я как изгой. Хоть бы меня позвали фоткаться. О, можно вас сфотографировать? Ты хочешь сфоткать меня на свою мыльницу? Нет. Ну ладно. О, полуголый тян. Ну и ладно. Я сама найду улику и вычислю преступника. Так, а это что? Здесь же пролетал призрак. Какая-то странная ложа, подозрительная консистенция непонятного цвета. Это похоже на нечто, запеченное в бамбук, которое собрала много хромоафриканка в троечную сына Буэна Педро Хуана Мамамас. Ну вот, осталось подождать 3 года, и мы получим фотки. А ну-ка. Эй, я только что принесла его под кринолином. Я так и думала, идентично. Пойду еще один кофе под кринолином пронесу. Что ты тут мутишь?
будешь? Я разгадала нашу тайну. На самом деле призы украла не привидение, а реальный человек. Почему ты так решила? Потому что привидения не пьют кофе из Старбакса. Ага! Нужно позвать всех! Эй, все сюда! А ну, стоять! Нельзя втыкать с напитками! Мне не удалось принести кофе. Интересно, почему же? А почему ты теперь сидишь на контроле? Ну, потому что больше некому. А где ты была, когда произошло преступление? А, ну там, я там выступала. Но ты ведь не прошла. Ой, ну вот смотрела на выступающих. Ладно, я пошла. А то вдруг кто-то опять что-то проносить будет под кринолином. Даже нам это показалось очень подозрительным. Кстати, что это за наряд такой? Вы проверили старый темный чердак, на котором давно уже не было людей и свет там не работает? Нет, но мы дошли до мейд-кафе. Ребят, давайте посерьезнее. Посерьезнее? У нас точило из ватмана. Что может быть серьезнее? Итак, наш преступник – человек. Нам нужен план, чтобы поймать его. План? У меня как раз созрел идеальный план. Шеки и Скуби будут приманкой. Снова! Так вот, они будут нести якобы главный приз фестиваля. Это приманит нашего преступника. Затем, когда привидение схватит коробку, то Шеги сделает ему удар тайской цаплей с кунг-фу, а Скуби добьет его ударом даутанга. Преступник будет оглушен и побьет нашу ловушку, которую мы соорудим из зубочисток, скотча, плавок и полупрозрачного шифона, чтобы скрыть ловушку. Но, Фред, шифон подорожал. Тогда габардина. Но габардин тоже подорожал. Ладно, прикроем ловушку листьями и будем надеяться, что оглушенный призрак этого не заметит. В общем, все поняли план? Да! Тогда за дело! А вот и приехал наш главный приз! О-о-о-о! Который еще никто не видел! За этот приз все и будут бороться! О-о-о-о! А ведь он и так важен для фестиваля! Почему вы не сделали суперприемы? Так мы их не знаем! Ну ладно, будем ловить преступника старым добрым способом. Вот это поворот! Лиз! Ты украла призы? Но зачем? Да потому что я каждый раз занята подготовкой к фестивалю и не успеваю сделать крутой костюм. А что уж говорить о победах. Я всегда хотела быть богиней фестиваля. А раз я ей не стану, то и никто пусть не будет. Ну зачем же так критично? Не обязательно рваться к победе. Ты можешь просто поучаствовать и получить незабываемые эмоции. Тем более смотри, у тебя же есть классный костюм привидения, с ним тебя точно примут. А если тебе будет одиноко, то ты всегда можешь позвать нас, своих друзей, и мы составим тебе компанию. Правда? Да! У меня как раз на примете есть один очень классный фэндом, по которому можно поставить интересную сценку. И костюмы там несложные. Давайте. Было бы классно. А что вы думаете? Ну, для начала надо заказать костюмы. Затем парики. Кстати, этот фэндом довольно не боялся. Скуби-Ду,